Всем привет, ребята, и сегодня у нас обзор на хэллоуинские вещи. Первое. Сквиши. А то тут здесь не только самодельные. И магазинные. Так, ну тут утиная одежда, не обращайте внимания. Вот такая вот кровь, макияж. Просто прилепляется на кожу, и как будто бы настоящая кровь. Самодельная эта вещь, кстати, тоже. Ну, как самодельная, я купила, сама сделала. Это вот такой вот стаканчик, очень миленький. Забыл, как называется. Там ведьма, короче, варит свои зелья. Два чупа-чупса привидения. Привидения чупа-чупсы. Ребята, рука. Она воняет. Ладно, она ничего не пахнет, но я ее сделала сама. Кстати, ребят, мне кажется, что многим неудобно, когда вот так снимаю видео. Поэтому я могу снимать вот так вот. Давайте буду снимать теперь вот так вот. Я сама смотрю свои видео, понимаю, это неудобно. Вот такие вот штучки. Вот такие на заводках. А, я вас закрыла. Это вот такой дракошек. Дракошка, кровавое полотенце, два, сейчас покажу, одно и второе. Одно, вот, сейчас вам покажу. Вот одно полотенце, кровавое, вот такое, вот, крутое. И второе, получше, реально. Так, ничего сейчас вам не буду показывать, сейчас вам второе покажу, ребят. Я вас опустила, а вы так не умеете. Вот, вот такое второе полотенце. Готово. Вот такой кексик. Это стержень 3D-ручки. Раньше я могла еще 3D-ручки рисовать, сейчас на фон. А там волшебная водичка вот такая. И такого цвета тыковка. И еще одна тыковка. Сейчас покажу другого цвета. И еще одна тыковка другого цвета. Ладно, шучу. Это одна и та же. Просто она тоже имеет цвета. Это вы видели, кто смотрит мой шортик. Потом вот такой вот тыковка. Привидение. Сейчас я их возьму. Подождите, ребят. Просто они очень хрупкие.